В Люберецкой 24-й гимназии начался капитальный ремонт спортзала. Какие работы выполнены и когда здесь снова начнут проводить тренировки и занятия физкультурой, узнали мои коллеги. Первых учеников эта школа приняла в 1961 году. Население Люберец росло, и в начале 90-х к зданию сделали пристройку с учебными классами и спортивным залом. За 33 года такой ремонт проводят впервые. В этом году мы наконец-то дождались муниципального финансирования. С 1 июля приступили ребята к работе, капитальный ремонт спортивного зала. Полностью перекрыли полы, полностью переделали стены. Рабочие заменили систему отопления и постелили на пол фанеру. Сверху уложат спортивный линолеум. Такое амортизированное покрытие поглощает удары и смягчает падение. Также в зале заменят светильники, установят новые баскетбольные кольца, ворота и волейбольные сетки. Я уверен, что когда дети придут уже к сентябрю на новый учебный год и увидят новое помещение зала, они будут совершенно рады и рады заниматься, и здесь будет совсем другая приятная атмосфера. Естественно, будет больше спортивных и улучшенных результатов. И мы приложим максимум усилий уже в новом зале. Ремонт спортивного зала в 24-й гимназии завершат к концу июля. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.